Итоги работы за 2015 год подвел Пенсионный фонд. Итоговое собрание прошло здесь 18 февраля. С основным докладом выступил начальник управления Пенсионного фонда России по Заинскому району и городу Заинск Ренат Рахматуллин. По итогам прошедшего года Пенсионный фонд выполнил все обязательства. В бюджет Пенсионного фонда поступило страховых взносов в сумме 738 миллионов рублей, обязательное медицинское страхование 164 миллиона рублей. План по сбору страховых взносов выполнен на 109 и 111% соответственно. За последние 5 лет объем собираемых страховых взносов увеличился почти в 2 раза. Реализован весь комплекс мероприятий по повышению уровня пенсионного обеспечения и мер социальной поддержки более 15 900 граждан нашего города и района. На 1 января 2016 года на учете в Заинском муниципальном районе состоит почти 16 тысяч получателей пенсии. Из них более 13 тысяч получают пенсию по возрасту. По сравнению с 2014 годом общая численность пенсионеров увеличилась на 319 человек или на 2%. Таким образом, каждый четвертый житель района – пенсионер, каждый третий из них – работающий. На итоговом заседании работникам Пенсионного фонда Лилии Камалюковой и Лилии Аглямовой были вручены юбилейные медали в честь 25-летия Пенсионного фонда Российской Федерации.